меня же не широкоформатный интернет, одноканальный. Широкоформатный, боже, какие-то новые слова. Заходи. Ага, пока. Я тебя люблю. Я тебя тут. Так, ты педрезал? Невозможно. Начнем с того, что это невыносимо скучно. Так, где мой канал? Ваш канал. Пока задержка маленькая, но это пока. Да, Деб. Тебе видно? Да, это хорошо. Загрузить игру. Новый проспект. Мы еще не вышли с нового проспект. Всем хай, дорогие друзья, и мы сегодня продолжаем играть в Half-Life. Кстати, по звуку все ок. Окей. Я не помню, куда нам идти, но вроде бы сюда. Окей, я хочу подхилиться. Бом. Один патрон на пистолет, ебать, спасибо. Боже, чувак, прости, пошел ты. У меня есть альтушка. У меня есть альтушка. Вот это, конечно, но. Так. Яйцо полетел. Чё, всё? Ебать, вы чмо. Но... Да, ты моя альтушка, но... Да. Смотри, я, значит, беру матрас. Ну, блин! Я беру матрас, приседаю. Бля, я заебал. Пиздуйте нахуй. Я беру матрас. Вот так. Давай! Тут мина есть? Есть. А теперь фокусы. Там вдалеке. Ладно, она не долетит. Все. Кохай ты себя там из москалямы. Давай запустим арбалет. Мужики. Все, пожалуйста, деритесь сами, я за мир. Пожалуйста. Девинтовка. Ну! У них что-то на спине написано. Это плохо? А ну, давай тело перевернем. Ладно, я не могу перевернуть тело, потому что я Саша. Окей, пошли. Я знаю, для чего мне эта бочка.
Давайте, мужики, там безопасно. Ебать, лохи. Бум. А, у меня есть граната, я ей воспользуюсь. Все, с этой херней расправился. А... Бэнк. Бэнк. Я не знаю, стоит ли в дверь кидать, но я кину. Бум. Окей. А тут кто-то есть? Да, тут есть моя смерть. Так, давай подкатим эту бочку. А где турель? А, вижу. Это было неожиданно. Боже, я забыл снова сохраниться. Бум. Да, я такой. А ну их можно на свою сторону переманить? Нет? Ладно. Пошел. Бум. Не, мужики, я обратно. А, давай я хотя бы тут сохраню. Так, давайте наверх. Да, а ты запомнила, сколько я раз умирал, это так мило. Боже, как у тебя трансляция лагает, это грустно. Побыстрее бы накопить на видеокарту. Чтобы стримить тебе игры в высоком качестве. И высоком FPS. У меня снова 18 хп, давай я хотя бы тут сохранюсь, потому что, ну, я Саша, мне может. Как бы... Боже. Ну, вы помните, что там делать. Удачи, счастья, здоровья. С турелями также расправлюсь. А вот тут стоит дурачок, который не хочет вылазить. Так. А! Вы чего? Давай я еще раз сохранюсь. О, тут альтушки есть. Я случайно. Бум. Так, давай возьмем бочки, разминируем тут все. Так, у меня нету взрывчатых веществ. Это плохо для моего здоровья.
Я тебе более того скажу, это очень плохо для моего стрима. А тут, мне кажется, лучше вот так сделать. Так, остается только вот так сделать. Я вспомнил, что я снова неудачно сохранился. О, нет. Давайте, давайте! А, не, нормально, ну плохо, но нормально. Терпимо. Бом. Пожалуйста, не надо. Что, откуда, где? У меня 9 хп. 9. А! Он сказал, отличное дерьмо. Окей, да, это хороший гашиш. Ух, как я по-умному, да. Окей. Хилочка, сохраняемся. Давай перезовем новых муравьев. Давайте, мужики, погнали. Больно. Неприятно. Что тут? Да боже мой. Чему у меня пытаются все напугать? Меня это смущает. Мне это не нравится. Нет, ничего не обнаружено. Состояние у меня превосходное. Не надо мне врать. Бац. Подзарядимся. Я так слышу, за нами уже вышли. Ну или не за нами, я не знаю. Тут есть ящики, но я не могу туда попасть. Это грустно, это печально. А, я помню. Да, я помню. Да какой это мятеж, дурак! Уходим, да. Ну шо, давай, на. Схавал? Шо, 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 шо? Шо, шо? Шо, умный, да? Ладно, умный, 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 только не бей! Отъебись! Туда! Туда! Получай! 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 Ладно, ладно, ну чувак, успокойся. Ну ты ж не психованный, да?
Да, я так и знал. Ты умничка. Давай, бери. Давай, сюда. Бум! 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 Ладно, я пошутил. Туда. Но он эти штуки разбивает, меня это радует. Но должно ли? Ладно, я не могу его побить. Ну или могу, но я не умею это делать. О, я смог. Да. Я просто профессионал. Я так понимаю, это мне выломать надо? Нет. И что мне делать? Сюда, типа. Да, типа сюда. Я мог с ним и не драться. Да, я мог с ним даже не драться. Ох, чувак, напугал. На них я основные боеприпасы даже тратить не буду. Они не заслуживают этого. Они просто Максим. Не в обиду всем Максимам, так сказать. Да. Ага. И что? Окей, я забрался сюда. Меня это радует. Окей, это меня не должно радовать. О. О, нормально. Я ут. Я, кстати, без трусов. Запутанность. Ты. Это было жутко. Алекс, здорово, блин. Ну ты ж мой. Нет. О, здорово. Я рада, что ты добрался живым. А я нет. Отец где-то там. Где? Здании. Зачем? Его будет не так-то просто вытащить. Из-за поя? Пора уходить отсюда. Согласен. Привет. Да, ты мой запой. Ну или запор. У меня нет никакой информации. Время от времени они захватывают вортигонтов, и они сообщают нам кое-что. Мне похуй. Но полной картины этого места у нас нет. То немногое, что нам известно, оптимизма не внушает. А, это хорошо. Приготовились? Реально, актуалочку. Чувак, ну не пугай. Боже. Ты мой. Да. Ладно, так. Сюда. Я не хочу к тебе, Алекс. Ты меня пугаешь иногда. Почти всегда. Поищем отца. Говорят, тихо, хорошо. Боже мой. Боже мой. Вот это мой тезка. Похоже, я смогу его вытащить. Ой, ну... Да, я сосок. Привет. Вот. Где? Пошли навстречу. Кто? Зачем? Пошли. Привет. Готово. Иди за мной. Не хочу. Мне жутко. Ты моя фанатка, блин, это так неожиданно. Обнаружили...
О, бля. Это not cool, это... Брутально, я банки. Отдайте хилку, пожи. Хилок нету, это круто. Он должен быть здесь. Сейчас открою. Сохранись на всякий случай. С двумя хп сложно, но возможно. Он там. О, здорово. Лол. Тля какой. Красивый. 6,5 секунд. Ну, нормально. Неужели это вы не... Нет, это не мой чувак. Нет. Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Да. Пошли отсюда. Да, это БДСМ от мира будущего. Да, я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Это если плохо. Если успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну, хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. А я могу. Ходи, пока мы не уйдем без тебя. И не спорь. Джудит, мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. Да. Да, ты говорила, вроде бы. Я не помню. Или нет, я не помню. Ну ты вроде. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Я тебе более того скажу, когда будет второй эпизод, там будет полная противоположность Кляйнеру. А-а-а, негр, иди покушай. Возьми что-то, приготовь себе. Я тоже вообще, я бы сейчас арбузика заточил. В принципе, я могу это сделать. Я не могу ответить на твой вопрос. Ну, там похожая фамилия. Боже, фу, ненавижу вас. Подлость, гадость. Но я не особо помню, какая там фамилия у персонажа. И чё? Мне застрелиться? Хорошо. Немецкой версии, да, наверное, но фамилия на то и фамилия. Попробую расчистить тебе путь. Ищи мосса. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Мистер Большой, ну, да. Подожди, я подумаю, как открыть эти ворота. Ну, типа, да, есть же фамилия Дикман. О, вижу вкусняшку. Кстати, которую я до этого ни разу не видел, вот реально. Сколько играю, ни разу не видел. Я так понимаю, нам сюда, да? Да, видишь, я догадливый. Да, Дикман, это простая фамилия. Обычного христианина. А, боже. У меня один хп, один. Сохранено. А! Боже. Пожалуйста, не прыгай на меня. Это будет смертельно. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Нет. Да, как я их мастерски, а? Окей. О, там коробочки. Такие, это не то. Дайте пройти. Да, я, кстати, лох. Черт, взгляни-ка на монитор.
Окей, к нам идут. Я убру. Давай, второй, иди сюда. Я Саша. Да, почему я умер с одним хп? Объясни мне. Это нереально. Бля, почти. Мне кажется, можно просто... Да, у меня летушки есть. Еще давай. Да, я лох. Ну, я слышу вас. Давайте, идите сюда. Альтушки — это альт заряда, то есть ультимативный заряд. Я их всегда называл альтушками. Альтушка у меня одна, это ты, да. Боже, фу, какашки. Уходим. Какашки. Да, это я. Что, все? Корды. Да. У меня 11. Ё-моё. Дождь 4. Че, все легли? Легли. Спасибо. Сохранился. Блять. Да чё так? Я думал, это зарядник. Да ну, ну, я да, я помню, видишь, руки помню. Так, а где, а, ладно, она развалилась прямо, о, как моя жизнь. Когда я пукнул малышом. О, ёбаный. Роут. Роут. Роутер. Ты входишь в новый зал управления. Окей, ещё. Бум. Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Это плохо? Да, это плохо. Да, они у меня есть. Программу, чтобы они атаковали врага. Нужно. Благодарю. Окей. Внимание, обнаружено подключение вирусного интерфейса. Так, давай подсохнуть тут. Окей. Okay. Что?
Тоже уходим в глубокую оборону. Потому что это гражданская оборона. Давай так сделаем, чтобы турели рядом были. Все, я бессмертный. И чё? А, так типа игра, ладно. Сохранюсь. Походил, ладно. Такой типа. И все, и ушел. Он испугался меня. Он меня боится. Понимаешь? Меня боятся. Они не отсюда типа идут? Нет, отсюда. Блин, эти турели имба. Этот прицел имба. Манхаки, окей. Просто изи, просто изи. Отстань! Бук. Да держу, держу. Держу, боже, кринж. Еще манхаки, боже. Стреляй! Это сложно. Я сохранюсь. У меня 33 хп. Я знаю твою секунду, Алекс. О, боже, реально секунда. Прости, что я так долго. Нет, хорошо, не прощаю. Все в порядке. Нет. Попробуем найти. У меня сломанная нога. Мне легче будет попасть. Неправда. Че там? О, шлюха. Предательница. Предательница. Особенно за отсутствием города. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало доктор для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему... Ослепили тебя. Чувство? Да при чем здесь чувство? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю. Да, да, именно так. Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Да, я возьму с собой турель. Я следующий уровень защиты и догоню тебя. Окей. А, куда нам? Вроде сюда? Я не знаю. Нет, нам не сюда. Так, турелька, давай ее вот как-то назовем. Я буду тебя звать Гэри. Мы с тобой проживем долгую дружественную жизнь. Мы будем ходить, лежать. Лежать, ходить. А мы с тобой будем ебаться.
и целоваться, и обниматься. И жить счастливо. Еба! Вот это коробка! Не-н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 е. Давай! Стреляй! Не-не! Зачищай! А я поставил. Так, что тут? Вроде ничего. Давай! Хорош! Хорош! Я вот так двери открою. Защищаю. О, щит, я вспомнил, что это. Окей, давай сначала убьем это. А потом вот это. Так, вижу. Так, Гэри, твоя работа. Стреляй. В общем, специально для тебя показываю, что будет, если упасть в воду. Да. Это нужно было для понимания сюжета, лора, лома. На, вот это я, конечно, как гей себя повел. Ну, типа, по-гейски. Нет, тебе кажется. Это просто бог наказывает. Ой, я не помню. А можно выключить ли? Видимо, нет. Окей, я так понимаю, нам куда? Ну, нам туда надо, но я не думаю, что я допрыгну. Так, еще раз, давай. Пошли. Ага. Окей, нам сюда. И что? А, тут бочки, окей. Ля, ты видела? Так. Бац, бац, давай иди сюда. Это ты мне написала? Интересно же, кто? Кружочки для переговоров. Убрай звук. Так. Еще раз, Гэри. Смотри, что мы делаем. Давай, мы оставляем тебя тут. Во-первых, мне надо этот ящик с очень плохой моделькой. Он, кстати, стоит.
альбом. I'm a bitch is gay. Это про меня, все верно. Так, я еще видел коробку. Нам не надо. Прости. Так. Давай построим дорожку. А где Гэри? Вот ты, Гэри. Вот ты наш маленький. Привет. Бом. 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 И финальный штрих. Нормально. Идем за Гэри и идем отсюда. Гэри будет нашим помощником, спасителем и так далее. Вот так поставлю на всякий случай. Я не туда поставил его. Работай. Ладно, я везде неправильно его поставил. Ах, вы суки! Так, окей. Самоохраняемся. Так, погнали. Да. Бля, Гэри. Ладно, он не застрял, не показал. Я вижу там альт-заряд. Я еще что-то вижу. Ящик. Арбалетный заряд. А еще что-то есть? Не, нет. Давай, ставим его вот так. И открываем дверь. Никого. Так, Гэри, тебе надо подождать. А, я вспомнил, что у ящиков таких, такая текстурка голимая. Давай, видео, дополнительно, детализация модели высокая. Окей. Вау, другое дело. По FPS вроде не так сильно просело. Хотя оно у тебя и так лагает. Спасибо. Стреляй! Стоп, у тебя трансляция не лагает? Вау, я удивлен. Просто у меня на ОБС-ке она выглядит так, как будто она очень сильно лагает. Сюда идут еще солдаты. Посмотри, нет ли где пулемета. А, какого? А, я вспомнил, что это. Окей, давай. Я помню, вот тут. Бац, бац. Да, сейчас. Замолчи. Я уважаю только одну вумен. Ее зовут Валерия. Так. Номер один, перенеси его за задерживание. Всем остальным
О, я могу так же поставить по логике. Да, реально. Бац. Мужики! Куда? Почему именно Гэри мучает? Чем он выделился? Что он черный? Вы тоже черные. Да не просру. Я помню, что это вот этот. Я его сюда поставил первым. Или нет? Не, да, этого. Окей, солдаты как солдаты. Так, что-то изи прям. Боже. Похоже, мы разворошили их гнездо. Они лезут отовсюду. Окей. Так. Вообще реально изи, они такие тупые. Йоу. Стоять. Падать. В смысле? Все? Ты где? Где? Ладно. Слышится женский голос уже. О, здорово. Прости, что так долго. Не прощаю, я чуть не сдох. Да, комок ты говоришь. Вот кто меня не бросит, это Валерия Маляр. Где? Шо? Да пошла ты. Все, бежим. Манки. Фактанул, да, вот. Шо, Гэри, мы с тобой столько переживем, обещаю. Ты увидишь, как... Да. Это нехорошо. Стоять.
Давай! Приятно! Гей! Бум! Ладно. Гэри! О, изи. На, слушай, мне и патроны тратить не надо. У меня есть Гэри. Брутально. Вот видишь, она подтвердила, что Гэри брутал. Боже, она меня еще и подгоняет. Токсик. Токсик. А, это не особо хорошо. Мосман? Вот она. Смотри, еще люк. Попалась! Гэри, да, реально краш. Надо будет по нему арт рисовать. Что, куда мы идем? Ебать, прибавно. Хорош. Обратной дороги нет. Ну и хорошо. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Давай. Она поможет нам выбраться. Ха, да, можно. Что ты продаешь чай? Чего ты говоришь? Назад, Мосман, мы заходим. Ок. Реально, шлюха. Алекс, что бы ты ни думал, поверь, я старалась защитить. Гэри тебя осуждает. Вот настолько он тебя осуждает. Моя работа? Нет. Я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь. Смотри, Гордон, твой мой отец. Ага. Логично. Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы в заперти. Я позабочусь об этом. Люк. Ну, идем. Пошли, Гэри. Не будем на нее обращать внимания. О, смотри, у тебя тут братишки. О, боже. Я уже знаю, что здесь будет оборона. Как долго? Никогда. Я ясно представляла то, что можно... Смотри, Гэри. Здорово, батёк. Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой всё в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. О, ты какой добренький. О, тетя-путя. Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Сокол играет в Payday 2, окей. Гэри лучше, реально. О, Клайнер. Мы в Новый Проспект, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? Полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Вот. Надо опустить это назад. Ты... Стой! Тварь! Шлюха! Вернись!
Вот тварь, а. Ты пехнулась куда-то, хуй знает куда. Кого остановить? Куда она его отправила? А-оу. С удовольствием. Окей. Открой эти штуки. О, спасибо. Гэри, я несу твоих братиков. Вот сюда поставлю. И вот сюда. Все, Гэри, готовься. Я в тебя верю. Джембой. Сохранюсь. На всякий случай буду сохраняться каждую волну, потому что я сыпу. Я этого не скрываю. Боже, Алекс, ты самая бесполезная. А, Гэри, то лучше. Что там по заряду? Нормально. Митяж, митяж, митяж. Это половина? Так. Давай. Ладно. Гэри, ты как? Красивый. Бом. Ладно, я не успел. Я хочу туда пустить. Бом. Ну? А, чё, где? Бом. Я понимаю. Гэри, ты готов? Слава богу, готова. Теперь сматываемся отсюда. Согласен. Гэри, пошли. Эти показания меня пугают. Ладно, док, мы готовы. Нет, давай я подниму его просто. Я залез. Все, Гэри с нами. Тихо, тихо. Ты остаешься с нами, понял? Держись. Держу, держи. Гэри! А где доктор Клейнер? Гэри! Доктор Клейнер, выпустите нас! Гэри! Гордон? Боже, как вы сюда попали? И как... Мисс Нормальненький! Гэри пропал! Я надеялся увидеть тебя вновь. Верни, Гэри, это ты во всем виноват. И последствия были серьезными, но... Что значит неделю? Неделю назад? Минуту назад.
Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Круто. Необходим новый виток исследований. То есть, мы телепортировали за секунду, а по факту прошла неделя. Прикол. Что же мы пропустили? Много чего. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. Я тоже плачу. Это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. А, то есть сейчас революция идет? Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Какой друг? Пес, ты добрался. О, песик. Но Гэри был лучше. Он и был, помните, это псины. Я бы хотел разделить ваш оптимизм, док. Привет, песик. Верни мне Гэри, пожалуйста. Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. Вот это новость. Да, походу революция пошла. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Окей. Черт, атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Да, слышал. Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Но ты и шлюха. Я не могу уйти без лома. О, нет. Куда же она делась? Иди, давай. Я позабочусь об этом. Ага, давай. Открой дверь. Спасибо. Гордон, будь осторожен. Ага, хорошо. Пошла ты нахуй. Что это? Мне вниз? Я сделал это, потом задал вопрос. Ну ты и неуклюжий. А Гэри, он маленький. Шо, псина? Ладно, ладно, ладно. Ладно, псина не такая бесполезна. Но Гэри был бы лучше. Псину давай назовем Дженни. Вот, Дженни будет. Ничего себе, Дженни. Хорош. Да. Так, ну я вижу, ты не против этого названия, так что Дженни будем поминать Гэри потом. Благодарю. Ну, пошли. Дженни. Ничего себе, блин. Дженни, конечно, блин, да. Я просто реально представляю лицо типа Дженни вместо этого роботического лица. Понял. Ухожу. Так. Здорово, боевые сканеры. Да. Пошли. Что ты мне суешь? Боже, ходит пиписькой своей сунуть мне в лицо. Хоть я и не против, но. Это отказ от развития, равный самоубийству. Отказывалась ли двояко дышащая рыба? Украина 2014, снос памятники Ленину. Да, доктор Фриман. Это так звучит странно. И что мне делать?
Окей, отсоси тебя. Пожалуйста. А я же говорю, отсосите мне. А, окей. Окей, дом. Я не дам. Мы с вами, доктор Фриман. Скажите, если надо чем-нибудь помочь вам. А чё? А что? А куда? Ладно, оно просто само открылось. Я думаю, ты ловишь кайф от того, что я постоянно от всего пугаюсь. Хопперы? А, это эти мины. Хорошо. Полезные, видишь, подсказки дают. Заботятся. Есть еще? Не, нету. Это крабы, это хорошо. Да. О, один готов. Один готов. А тут что-то есть? Ход краб. Да, а ведь есть порно-арты. На эту тематику. Задумайся. И шо? О, здорово. Можешь прямо сейчас загуглить. Так, окей, let's go. Ладно, а потом с тобой вместе посмотрим. Ну или так. Берегись хопперов, они везде. Да, они везде. Бум. Не. ГОшник делает бом-бом. А тут лямбда, но тут ничего не. А я некоторые тайники только сейчас нахожу, потому что у меня раньше не было особой мотивации их искать. Так что считаю, для меня это тоже первобытный экспириенс. А еще надо освободить дорогу нашим тупням. За то, что вы такие тупые, вы пойдете на убой. Я хороший диктатор. Я не прощаю, ты умрешь. Бом. Бом. Подвигаемся. Ладно, никто не умер.
Хоп. Ага, зачем мы сюда шли? Тут ничего нет. Я не прощаю. Ладно, идем обратно. Видимо, я куда-то не туда забрел. Фиг его знает. Но мы были, и тут ничего нового. Ладно. Тут мина где-то активизировалась. Обезопасен. Так, идем. А что делать? Там мы были, тут мы были. Тут умерли ГОшники. А, о. Окей. Бум! Бежим, мужики, бежим. Да, я гей. Так. Пойдем сюда. Что тут? Подождите меня, доктор Фимон, я пойду с вами. Нет. Ты женщина. Не в обеду. Так, и что? Тут. Ладно, тут ничего такого. Бом. Бом. Нас чешется. Да, кстати, летает отлично. Но здесь очень хорошая физика. О, хирургичи... Ой, что это? Стоматологический кабинет. Йоу, ты кто? Ты женщина? Вот, негр, прооперируй. А я клоун, бля, Марсик, не дери диван! Ну, тварь. Ай. А прилетит-то мне. Бум. Почему они все так зациклены на группе гражданской обороны? Это просто копии... Приветик, писатель. Я Саша, я Саша. Я люблю, когда огромные члены у меня. Блин, ты мой фан. Это так неожиданно и приятно. Я готов отдаться тебе. Я... О боже, ты олд, ты просто олд. Ой, прости. Что это за стан был? Бом.
Где? Что? Я открыл ворота. Зачем? Я закрою ворота. Да. А! Все, вы там воюете, я пойду дальше. Да какой ты офицер, боже. Максимум попуск. Так что не кринжу. Нам не сюда. Боб. Бом. Бом. Так, давай, давай, давай. Пошел, 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 пошел. Один готов. Бом. Боже, дробовик против ГОшников прям идеально идет. Двенадцать хп. О, давай, негр, давай аптечку. Ну. Ну. Спасибо. Наконец-то догадался. Приятного аппетита, если ты реально кушаешь. Я умер. Я не помню, когда я сохранялся. Чисто не огуляю. Собачка. Ну, блядь, что за прикол? Ты мне будешь давать эту аптечку или нет? Так, воюйте, пацаны. Я... Спасибо. Давай, пошел, 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 пошел. Боже, вы не умеете убивать. Любой украинский ребенок знает, как скрутить голову человеку. Боже. Да, я лох. Блин. Подло шалёв. Это приятно видеть. Да. Шо ты пипикаешь? Ну и шо, пусть. Мы должны любить, уважать зомби. Эй, эй, козаки, дудь. Герыч. Что такое Гэри? Это не Гэри, это пародия на Гэри, который предатель. Гэри один и неповторимый. Его заменить невозможно. Прям как ты. Потому что ты у меня единственная и неповторимая. Тебя ни на что не променяю. Йоу, нига. Так, окей. А, и что? Там сюда. Я закрываюсь у вас, пацаны. А вы выкручитесь, как хотите. Да, Гэри. Мечта всех женщин. Да и не только. Наша. Наша с тобой мечта. Так. Бум. Бум. Все, ладно. Ага, хочет меня тут своими пулеметами убить.
Ну, давайте. Ну. Ладно, хорошо. Код 3 — это я. Боже, какая ты падаль, а? Да. Потом ты меня должна за это расцеловать. А то шо, я зря стараюсь. Чешу. Бум. Я так помню, да. Чишу. Гордон, да, я. Да. Ага. Ага. Хорошо, зайчик. Негры. Защищаем права негров. Погиб на посту. Ясно. Боже, как тир. Негры, негры, негры. Мне летят негры. О, другое дело. Спасибо, негры. Ты где? Негры, пошли. Дверь заперта с обратной стороны, доктор Фриман. Блять, ебать ты умный. Ебать ты умный. Ладно. Серьезно. Хорошо, что вы в костюме. Да, ага, конечно. Костюм мне очень много дает, учитывая то, сколько раз я сдох. О, фу. Машина тонет в говне. Да, ты меня зовешь. Что случилось? Фу, фу, негры, негры, негры. А понятно. Я не ухчистка. Ага, нам сюда, я так понимаю. Сюда. Все, отстаньте, зомби. Все. Все. Вот и все. Уровень радиации высокий. Спасибо. Идем. Нет. Нет. Отстань. Негро. Доктор Фриман? Да. Если вы ищете, где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Доктор Фриман? Угу. Если вы ищете, где бы затаиться, то здесь небезопасно. Просто на ребуте начал. Да, они его убьют. Или он их. Одно из двух. Фу. Ход крабы. Вот смотри, разве не мечта? Вот, вот так сидим с тобой. Смотрим в дверь.
Ой, уютненько, кстати. Маленькая такая кухня. А, негро. Бум-бум-бум-бум. О, вот это, кстати, легенды. Потом как будем смотреть подборки, эту пульсирует подробнее. Я хочу услышать более подробную информацию о твоей жопе. Мышца? Прикол. Хочу быть твоей мышцой на жопе. Новые и сучки. Система жизнеобеспечения включена. Так получается. Бом. Надо сохраниться. Бом. Сейчас, секунду, я приду. Я принес кову. Да. Хорошо, проходи. О, меня пропускают. Извините, доктор. Поднимай. Ладно. Ну так, подними этот сраный подмостник. Все. Зарядите, доктор Фриман. Не хочу. Командует. Ау! Боже, он у меня в жопе был. Ты не слышала в этого, но я испугался. Да. Сразу сделаем вот так. Бум. Пораздыхалась почти красиво. Блин, кстати, вот играть, я помню, я раньше мог спокойно пройти Half-Life ну за день, типа для меня это не особо сложная штука была. Но вот стримить это прям сложнее. Не знаю, я вот прям выматываюсь. Я теперь понимаю, почему это для стримеров сложно. Цель обозначена великим пенисом.
я умер. Ух, да. Откуда? В секторе опасность. Вот это, конечно, блин, да. Вообще-то это... Это Кременчук, безопаснейший город Украины. Не забывайте перебежать, доктор. Эй, вот, держи аптечку. Спасибо. Реально, вумен помогла. Более Black Woman. Бум. Что, еще кто-то что-то кинет? А ну давайте, кидайте. Вы повоюете, я тут камунчика покушаю. Ой, да. Спасибо. Спасибо. Бом. Да. Блять. Бля, я вообще... Я срать хочу. Ты меня отпустишь посрать? Открыть его новой вкладки. Вот так. Спасибо. Сейчас, вот так. Типа как вот эти картинки там, где, ну вот это, ты поняла, включает, ну ты понял.
Ну, типа. Щетку я не нашел. Там, где она должна быть, ее не нашел. Что? Котика надо было. Нет, не надо было. Ага, видел. Видел. Ну, и что ты не убрал? Потому что пусть застынет, потом уберу. Ведь же находил грязно, хорошо. Фа, шо мне его убирать? Він оце тільки сходив. Він зараз, він зараз не піде і не насре, не схвилюйся. Бля, він старий не піде. Задрав. Па, яке село? Він там нікому не нужен. Чем тебе кот не угодил? Почему? Он не может жить на улице. В квартире он может только жить. Если хочешь креветок, там кастрюля стоит с водой. Просто сделай так, чтобы вода закипела. Потом выключи газ и закинь туда креветки, сколько тебе надо, на 5 минут. Шо? Да. Там были креветки, но там ничего не варилось. Там просто креветки лежали. Потому что креветки во льду. Морозилки. Сейчас не буду. Тупого. Ты позже не пай, я сейчас буду. Хорошо. Холодильник. Ив, 20 штук съел. Нормально. Хорошо. Ну, короче, ты понял, что стрим.
Хороший. Вкусный. А? Ну, я бы не сказал, что Эдота.